Здравствуйте, друзья, это Искал, и сегодня приготовил для вас нечто особенное. Мы собираемся окунуться в глубины альтернативной истории в одной из самых захватывающих стратегий – Hearts of Iron 4. Попробуем переписать историю. Сегодня перед нами стоит амбициозная задача – возродить величие Монгольской империи и увидеть, как наши стратегические решения изменят ход всемирной истории. Мы будем использовать не только военные тактики и стратегии, но и политические ходы, дабы достичь нашей цели. Это мой новый совершенно формат. Мы будем с вами погружаться в игру, как будто это реальная история, и каждое наше решение будет иметь вес на эту самую историю. Попробуем с вами достичь наших целей, которые кажутся невозможными, особенно в сценарии 1936 года в Hearts of Iron 4. Перед просмотром этого видеоролика, пожалуйста, поставь лайк, напиши комментарий, поддержи этот канал своей подпиской. Во славу нового контента, как говорится. Приятного просмотра. Хотели ли вы когда-нибудь оказаться на настоящем политическом РП-сервере? Сервере, где есть свобода для действий. Сервере, без привязки к какой-либо стране. Сервере, где каждый может стать тем, кем хотел бы. Тогда добро пожаловать на Эмбронскую Республику. Эмбронская Республика – один из старейших полит-РП-проектов Ру-сегмента, на котором никогда не заканчиваются события. Выборы, восстания, революции и перевороты, войны и бунты – все это ждет вас, мои друзья. Торопитесь, свободных мест на политической арене все меньше, а вот желающих зайти на олимп власти все больше и больше. Возможно, именно вы измените все. Ссылка в описании в закрепленном комментарии. Рекомендую. Ну что же, приветствую вас в первой главе «Рассвет новой Монгольской империи». Наши первые шаги направлены на воссоздание мощи легендарной монгольской конницы. Вдохновляясь тактикой Чингисхана, мы начинаем с тренировок наших кавалерийских подразделений, акцентируя внимание на маневренности и скорости. Осознавая важность экономической поддержки для военных наших амбиций с вами, мы активно занимаемся развитием промышленности. Наши фабрики работают круглосуточно, производя оружие и боеприпасы. Более того, мы налаживаем тесные экономические связи с Советским Союзом. Это партнерство позволяет нам не только обеспечивать армию современным оружием, но и ускорить развитие наших промышленных мощностей. Следующим этапом становится дипломатическая подготовка к военным действиям против Синьцзяня. Мы внимательно анализируем политическую обстановку, стремясь найти слабые места нашего противника и одновременно укрепляя свои позиции на международной арене. Каждый дипломатический шаг, будь то оправдывание целей войны или торговое соглашение, продуман нашим правительством, чтобы обеспечить максимальное преимущество перед началом военных действий. После тщательной подготовки наша армия всадников готова к действию. Мы разместили наши войска на границе с Синьцзянем, готовясь к решающему удару. В этот момент мы обратились за помощью к нашему союзнику, Советскому Союзу. Советские дивизии по нашему соглашению встали на своей границе с Синьцзянем, хотя они не собирались прямо участвовать в конфликте, их присутствие играло ключевую роль, отвлекая часть вражеских сил и создавая для нас стратегическое преимущество. Настал час X, и мы начали наше вторжение. Наши конные дивизии, вооруженные последними достижениями военной техники и стратегии, стремительно прорвались через границу. Используя тактику блицкрига, наши войска быстро разрезали линии обороны Синьцзяня. Мы использовали каждую их слабость в обороне, устремляясь вглубь территории врага. В ходе наступления наши всадники демонстрировали непревзойденные мобильность и мощь. Мы вели бои в разных направлениях, удерживая инициативу и постоянно дезориентируя врага. Важной частью нашей тактики стало использование местности для засад и маневров. После серии напряженных и решающих сражений Синьцзянь оказался не в состоянии сопротивляться нашему наступлению и был вынужден капитулировать. Это была значительная победа для нашей молодой коммунистической империи, демонстрирующая нашу военную мощь и стратегическое мастерство. Мы не только успешно расширили наши границы, но и доказали всему миру, что Монгольская империя вновь встает на путь величия. После нашей победы на Синьцзяне наступил момент для укрепления власти и дальнейшего развития нашей молодой империи. Я начал с отправки тайной полиции в Синьцзянь, чтобы обработать местное население. Цель была ясна – убедить как можно больше людей вступить в ряды нашей армии. Это не только увеличивало нашу военную мощь, но и помогало укрепить наш контроль над регионом. Мы проводили кампании по лоялизации населения, используя как уговоры, так и меры принуждения, дабы обеспечить стабильность и поддержку наших действий. Параллельно с этим я сосредоточил усилия на промышленном развитии Монголии. По национальным фокусам я начал строительство новых заводов, как военных, так и гражданских. Это было очень важно для поддержания и расширения нашего ВПК. Новые заводы повышали нашу производственную мощь, позволяя нам производить больше оружия и снаряжения для наших войск. Кроме того, я начал реформирование Генштаба Монголии, принимая на службу новых, опытных военных. Я стремился усилить
оценить эффективность нашего командования. Мы изучали различные военные доктрины, чтобы расширить наши стратегические возможности и улучшить тактическую подготовку наших войск. Эти реформы были направлены на то, чтобы сделать наш генштаб более гибким и адаптивным к меняющимся условиям войны. Пришло время обратить внимание на новую цель – Сибэй Саньма. Эта страна представляет собой уникальный вызов из-за своих превосходных промышленных мощностей и мобилизационного ресурса, что делает ее достаточно сильным соперником на поле боя. Сибэй Саньма – страна, расположенная на северо-западе Китая, обладающая значительными ресурсами и промышленным потенциалом. Ее промышленная база значительно превосходит нашу, что дает ей преимущество в производстве военной техники и оборудования. Кроме того, благодаря более высокому мобилизационному ресурсу, Сибэй Саньма способна выставить против нас большое количество войск. Однако, несмотря на эти преимущества, наша армия обладает более высоким качеством подготовки и тактической гибкостью. Наши военные доктрины и стратегическое планирование позволяют нам противостоять противникам, даже превосходящим нас численно. Перед началом войны я сосредоточил усилия на укреплении логистики. Расширение логистических путей Монголии стало критически важным аспектом наших подготовительных работ. Я улучшил дорожную сеть и железнодорожные линии, что позволило нам обеспечить более эффективное снабжение наших войск в ходе будущих военных действий. Таким образом, подвожу итоги. Мы готовимся к важному и рискованному шагу – вторжение в Сибэй Саньма. Во время войны Сибэй Саньма хочу отметить, что их дивизии превосходили наши по качеству и оснащению. Пехота противника была хорошо вооружена, с большим количеством винтовок и поддерживающим оборудованием. Но благодаря нашему стратегическому планированию и командующему, веющему духом Чингисхана, мы были готовы к этому вызову. Первое сражение произошло на границе. Наши войска были готовы прорвать первую линию обороны противника, несмотря на то, что нам предстояло встретиться с хорошо подготовленной и оснащенной армией. Наша тактика была основана на скорости и мобильности, что позволило нам компенсировать недостатки вооружения и численности. Бои на границе были напряженными и жестокими. Мы использовали маневренность наших конных дивизий для быстрых ударов и отходов, искусно избегая прямых столкновений с более мощными пехотными подразделениями врага. Несмотря на то, что мы понесли значительные потери, наша стратегия увенчалась успехом. Мы смогли прорвать первую линию обороны, создав хаос в рядах противника. После успешного прорыва мы быстро двинулись вглубь территории противника. Благодаря нашей мобильности и скорости мы легко преодолевали беззащитные участки, контролируемые Сибэй Саньма. В итоге, несмотря на достаточно сильное сопротивление в отличие от Синьцзяня и хорошее оснащение вражеских сил, мы заставили Сибэй Саньма капитулировать. Эта победа стала ярким доказательством эффективности нашей стратегии. После нашего триумфа над Сибэй Саньма мы без промедления направили наши войска к следующей цели – Тибету. Наша стратегия заключалась в быстром и решительном нападении, дабы застать тибетские подразделения врасплох. Наше первоначальное продвижение в Тибет было успешным. Мы быстро прорвали первую линию обороны и с оптимизмом двинулись вглубь страны. После тяжелых и изнурительных боев Тибет был вынужден капитулировать. Эта война была полна уроков. Мы победили, но победа эта была далеко не легкой. После нашей победы в Тибете, наша следующая цель была Шанси. Обстоятельства складывались в нашу пользу. Политические потрясения в Японии, где власть захватили демократы, значительно ослабили японское влияние в регионе. Это представило нам уникальную возможность расширить свое влияние. Шанси, оказавшийся независимым в результате этих событий, представлял собой ценную цель для нашего дальнейшего расширения. Мы решили не упускать такой шанс и в феврале-марте 1938 года начали новую военную кампанию. В отличие от нашего предыдущего опыта в Тибете, война Шанси представляла собой совершенно другой тип военного конфликта. Шанси не имел таких сложных горных территорий, что делало нашу тактику более прямолинейной и агрессивной. Мы мобилизовали наши войска, усилив их новыми рекрутами из покоренных ранее территорий и быстро перешли в наступление. Наше вторжение в Шанси было блицкригом. Мы использовали наши преимущества мобильности и тактической гибкости, чтобы быстро прорвать оборону противника. Войска Шанси, хотя и были хорошо подготовлены по японской методичке, не смогли выдержать нашего стремительного наступления. В этой войне мы взяли уроки из наших предыдущих битв и применили их с новой силой и уверенностью. Наша стратегия включала в себя как массированные атаки на ключевые позиции, так и точечные удары по слабым местам вражеских линий. В итоге Шанси был покорен. Эта победа стала еще одним важным шагом в укреплении нашей империи и расширении наших границ. Наш следующий шаг кампании был направлен против Маньчжурии, страны с внушительной военной мощью и значительными ресурсами. Это предполагало необходимость тщательного планирования и разработки новых стратегических подходов. Первоначально наша команда стратегов собралась для разработки комплексного плана атаки. Мы проанализировали военную мощь и ресурсы Маньчжурии, их оборонительные возможности и потенциально слабые места. Основной упор в плане завоевания Маньчжурии был сделан на быстрые и неожиданные
неожиданные удары, чтобы максимально использовать нашу мобильность и тактическое преимущество. Понимая, что обычные военные тактики могут оказаться недостаточными, я принял решение создания школы ССО Монголии, сфокусированной на подготовке ВДВшников. Эти элитные подразделения были предназначены для проведения смелых и рискованных операций, таких как диверсии и внезапные нападения за линией врага. Важным аспектом подготовки стало укрепление логистики и обеспечение стабильности на захваченных территориях. Мы значительно увеличили количество гарнизонов, чтобы поддерживать порядок и контролировать местное население. В то же время наши агитаторы активно работали над повышением лояльности новых жителей к нашему управлению. Я также уделил особое внимание разработке операции ССО. Эти операции включали в себя подрывные действия против ключевых объектов инфраструктуры Маньчжурии, уничтожение коммуникаций и сетей снабжения, а также проведение засад на вражеские патрули. Целью этих действий было создание хаоса и дезорганизация оборонительных структур противника еще до начала основного наступления. В финале подготовительной фазы мы провели ряд военных учений и тренировок, чтобы убедиться в готовности наших войск к предстоящей операции. Мораль наших солдат была высока, и мы чувствовали себя готовыми к решающему бою. Как только мы начали наше наступление на Маньчжурию, мировая политическая сцена внезапно изменилась. Третий рейх, действуя согласно своим амбициозным планам, начал вторжение в Чехословакию. Это событие само по себе было далеко от наших границ, но последующие действия Иосифа Сталина напрямую повлияли на нашу кампанию. Сталин, видимо, решив воспользоваться мировым хаосом, также направил войска Советского Союза против Маньчжурии. Это привело к ситуации, когда наша борьба за контроль над регионом обернулась неожиданным соревнованием с советскими войсками. Начался великий распил Маньчжурии и ее марионетки Мэнзяна. Военные действия, которые мы ожидали, будут тяжелыми и изнурительными, удивительно облегчились из-за присутствия мощного Советского Союза. Советские войска оказались мощным фактором, значительно ослабив оборонительные возможности Маньчжурии. Однако, наши первоначальные планы на полный контроль над Маньчжурией были нарушены. Советские войска быстро занимали территорию, оставляя нам меньше пространства для маневра. Несмотря на наши усилия, полностью контролировать Маньчжурию нам так и не удалось. Мы оказались перед фактом советского присутствия и необходимостью пересмотреть наши дальнейшие стратегические планы. После напряженной военной кампании и динамичных изменений на мировой арене настало время для дипломатии. На мирной конференции в городе Чанбэй мы смогли вступить в переговоры с Советским Союзом, представленным Иосифом Сталиным, чтобы определить будущее Маньчжурии и наших взаимных границ. Наши дипломаты сыграли ключевую роль в этих переговорах. Они смогли найти баланс между нашими интересами и ожиданиями Советского Союза. В результате мы достигли компромисса по границам, который удовлетворил обе стороны. Этот успех дипломатии позволил нам избежать дальнейшего военного конфликта и обеспечил нам выход к свободной объединенной Республике Кореи. Республика Корея, получившая независимость после гражданской войны в Японии, стала объектом нашего интереса. Однако мы решили временно отложить любые действия в этом направлении, сконцентрировавшись на более непосредственных задачах. Самым значительным результатом переговоров стало наше соглашение со Сталиным о разрыве пакта о ненападении с Мао Цзэдуном из коммунистического Китая. Это решение открыло путь к новой стратегической цели – маленькому, но влиятельному коммунистическому Китаю. После конференции в Чжанбэй мы возвращаемся к нашему военному планированию. Новая цель требует тщательной подготовки стратегии. Наша армия, усиленная опытом предыдущих кампаний и дипломатическими успехами, готова к новым вызовам. После начала нашего наступления на коммунистический Китай мы быстро осознали, что этот конфликт сильно отличается от нашей предыдущей кампании, например, в Тибете. Если в Тибете основными препятствиями были горная местность и сложности с маневренностью, то здесь мы столкнулись с новым и смертельным вызовом – артиллерией Китая. В отличие от Тибета, коммунистический Китай обладал хорошо оснащенной и эффективно управляемой артиллерией. Эти орудия, размещенные на стратегических позициях и высотах, разрывали наши ряды на куски, прежде чем мы успевали приблизиться к их позициям. Наши всадники, которые ранее были нашим главным преимуществом, оказались крайне уязвимы для мощного артиллерийского огня. В ходе боевых действий мы понесли огромные потери. В горных районах, где наши возможности для маневра были ограничены, артиллерия противника наносила нам особенно тяжелый урон. Количество погибших солдат превысило 200 тысяч бойцов, что стало огромным ударом как для наших военных, так и для морального духа нации. В конечном итоге, чтобы одолеть коммунистические силы, нам пришлось прибегнуть к отчаянным и изнурительным тактикам. Мы фактически закидали мясом вражеские позиции, приняв на себя огромные жертвы, чтобы добиться прогресса. Это была смертельная битва, самая трудная, наверное, которая у нас только была. В итоге, несмотря на огромные потери, нам удалось победить. Но эта победа была одной из самых тяжелых в нашей истории. Она показала нам, что даже сильная и хорошо подготовленная армия может оказаться уязвимой перед новыми вызовами и что успех иногда достигается невыносимо высокой ценой. Тяжелые потери в конфликте с коммунистическим Китаем вызвали значительное волнение в обществе Монголии. Эта ситуация напомнила о том, как в истории многих народов большинство
Большие военные потери часто приводили к внутренним кризисам и необходимостью перемен. Например, после Первой мировой войны во многих европейских странах случились значительные социальные и политические потрясения, заставившие правительство пересмотреть свои военные и политические стратегии. В ответ на эти события мы начали процесс реформирования нашей армии. Опять. Основной упор был сделан на замену конницы пехотными бригадами. Кавалерия, которая долгое время была гордостью нашей армии, в современных условиях войны оказалась устаревшей и неэффективной. Мы начали активную закупку советского вооружения, что позволило нам модернизировать наш арсенал и подготовиться к будущим военным кампаниям. Это включало в себе не только легкое и тяжелое стрелковое вооружение, но и артиллерия. Процесс создания пехотных бригад был тщательно спланирован. Мы уделяли внимание не только вооружению и экипировке, но и обучению солдат, тактической подготовке и логистике. Новые бригады должны были быть гибкими, способными действовать как в горной, так и в равнинной местности. Эти изменения были встречены обществом с одобрением. Несмотря на тяжелые потери, народ Монголии понимал необходимость изменений и модернизации армии. Было ясно, что для сохранения и укрепления нашего положения в регионе необходимо адаптироваться к новым реалиям военного искусства. После начала реформ вооруженных сил мы столкнулись с новыми внутренними конфликтами. Нарастающее недовольство в армии среди населения требовало решительных действий – репрессий против офицеров. Одним из первых шагов стали наши репрессии в отношении офицеров, которые критиковали наши решения или выражали открытое недовольство. Мы начали чистки в высших эшелонах военного командования, удаляя тех, кто мог бы подрывать моральный дух армии или становиться источником бунтарских настроений. Это было трудное, но, по нашему мнению, необходимое решение для сохранения стабильности и единства в вооруженных силах. Следующим шагом стала борьба с бунтовщиками среди населения. Мы вели жесткие меры для подавления любых признаков беспорядков или недовольства. Это включало усиление присутствия военных и полицейских сил в ключевых регионах, а также введение новых законов и ограничений, направленных на поддержание общественного порядка. Параллельно с репрессивными мерами мы также работали над изменением общественного мнения через пропаганду и образовательные программы, например, улучшение рабочих условий. Мы старались укрепить патриотические настроения и поддержку нашего правления. Это включало распространение информации о необходимости реформы и о тех угрозах, которым мы стараемся противостоять. Наши репрессии, хотя и вызывали определенное недовольство и были тяжелыми мерами, помогли стабилизировать ситуацию в стране. Они позволили нам сохранить контроль над армией и населением в период критических изменений и подготовиться к следующим этапам нашей военной кампании. В конце концов, после успешного реформирования армии и улучшения социальной сферы нашей страны, мы начали планировать следующий шаг нашего стратегического продвижения – кампанию против Кореи. Однако наши планы внезапно нарушились из-за неожиданного вмешательства Великобритании. Великобритания, одна из ведущих мировых держав, вмешала в ситуацию, предупредив нас о серьезных последствиях, если мы нападем на Корею. Они заявили, что весь демократический мир станет на защиту Кореи, чтобы остановить наш «империализм» в кавычках. Это было явным сигналом о том, что любая агрессия с нашей стороны может привести к международному конфликту. Ситуация усложнилась еще больше, когда Великобритания и другие демократические страны начали выступать гарантами независимости наших соседей. Это означало, что любая попытка расширения нашего влияния в регионе могла вызвать мгновенный и решительный ответ со стороны этих мощных держав. Мы оказались перед сложной дилеммой. С одной стороны, продолжение нашего экспансионистского курса могло привести к международной изоляции и конфликту с глобальными державами. С другой стороны, отказ от наших планов по Корее мог быть воспринят как признак слабости и потери влияния в регионе. В тени мировой политики развернулась новая глава нашего стремления к расширению. Мы решили согласиться на тайную встречу с Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером. Оба лидера убедили нас в необходимости нападения на Корею, обещая при этом поддержку и военное сотрудничество. Советский Союз пообещал поддержку нашим действиям в Азии. Это предложение Сталина стало ключевым моментом в нашем решении. Поддержка могущественного советского союзника значительно повышала наши шансы на успех. С другой стороны, Гитлер обещал отвлечь внимание Европы, продолжая свою военную кампанию против союзников. Это давало нам стратегическое преимущество, уменьшая риск вмешательства других европейских держав в наши планы по Корее. В ответ на эти обстоятельства мы начали стягивать нашу новую, модернизированную монгольскую армию к границам Кореи. Эта армия значительно отличалась от той, с которой мы начинали. Вместо устаревших конных подразделений, она состояла из хорошо вооруженных пехотных бригад, поддерживаемых современной артиллерией советского производства. В преддверии нашего наступления на Корею мы осознали, что множество внешних
внешних и внутренних факторов требует внимательного учета и балансирования. Не последнюю роль нашей стратегии играла потенциальная угроза со стороны Британской Индии, особенно после нашего тайного соглашения со Сталином и Гитлером. Учитывая нашу предыдущую конфронтацию с Великобританией и их угрозу в случае нападения на Корею, мы приняли решение усилить наши границы в направлении Британской Индии. Часть наших новобранцев и остатки старых конных дивизий были переброшены для прикрытия этого потенциально уязвимого фронта. Мы начали работы по укреплению позиций и строительству оборонительных сооружений, чтобы быть готовыми отразить любую агрессию. В то же время основные силы нашей армии были сосредоточены на подготовке предстоящей операции в Корее. 1 сентября 1939 года в 4 часа утра настал момент, когда мы начали наше наступление на Корею, тем самым открывая новую страницу во Второй мировой войне. Этот день стал началом полноценной военной кампании, которая охватила весь мир. Со своей новоформированной армией мы приступили к наступлению на Корею. Преимущество было на нашей стороне, так как корейская армия не могла полностью закрыть фронт из-за нехватки бригад. Мы использовали этот момент, чтобы создавать котлы, окружать и уничтожать отдельные подразделения врага, тем самым систематически ослабляя его оборонительные способности. В то же время ситуация на границе с Британской Индией обострилась. Индийская армия начала мобилизацию своих вооруженных сил, подготавливаясь к возможному конфликту с нами. Однако, благодаря нашим предварительным укреплениям и оборонительным сооружениям, мы были готовы к отражению любой агрессии. В это время Советский Союз также вступил в войну, начав свои военные действия против Финляндии и, к нашему облегчению, вступился за нас, напав на Корею. Это действие существенно облегчило нашу ситуацию, так как часть внимания мирового сообщества переключилась на новый фронт в Европе. Наше продвижение в Корее было быстрым и решительным. Мы использовали тактику окружения и уничтожения вражеских подразделений, эффективно расчищали путь для дальнейшего продвижения. Наша цель была ясна – полное подчинение Корее и расширение нашего влияния в регионе. После успешного завершения кампании в Корее, мы переключили наше внимание на следующую цель – Британскую Индию. Эта операция требовала детального планирования новых тактических подходов, учитывая мощь и ресурсы противника. Наш план захвата Индии включал несколько ключевых аспектов. Первый – это прорыв линии обороны. Мы планировали использовать наши лучшие подразделения для прорыва через оборонительные линии противника. Это включало быстрые и решительные атаки, направленные на создание пробелов в обороне и дальнейшее окружение и уничтожение отдельных дивизий врага. Для увеличения эффективности наших атак мы сформировали мобильные группы, состоящие из пехоты, артиллерии и, по возможности, автотранспорт. Эти подразделения были задействованы для быстрых маневров и захвата ключевых стратегических точек. Учитывая сложный ландшафт региона, особое внимание было также уделено подготовке войск, боям в горных районах и джунглях. Это включало специальную подготовку и оснащение войск для действий в таких условиях. Мы также планировали использовать наши ССО, диверсионные группы для нарушения линий связи и снабжения противника, а также проведение партизанских операций за линиями врага. Начальные этапы операции показали нашу способность быстрому и эффективному прорыву через оборонительные линии противника. Мы продолжали наше наступление, постоянно оказывая давление на индийские войска. Несмотря на сильное сопротивление, наши тактические решения и мобильность позволили нам продвигаться, постепенно захватывая все больше территорий. После успешного отражения контратак Индии и захвата ряда ключевых городов на нашей границе, мы оказались перед новым испытанием. Наши войска смогли взять под контроль важные города вдоль границы с Индианой и Индией, включая Лех, Сринагар и Джамму. Оккупация этих городов стали значимыми стратегическими успехами, укрепляя наше положение и давая нам инициативу на этом фронте. Однако наша радость была недолгой, так как Афганистан внезапно вступил в войну, ударив нас в тыл. Этот неожиданный маневр застал нас врасплох, будем честны. Мы были вынуждены перебросить часть наших войск для отражения афганской угрозы, что неизбежно ослабило наши позиции на главном фронте с Индией. Это был рискованный шаг, но необходимая защита от удара в спину требовала немедленных действий. В этой ситуации мы обратились за помощью к Советскому Союзу. Советский Союз, уже вовлеченный в конфликт в Европе и Азии, стал ключевым союзником в нашей борьбе. Мы просили их о военной поддержке и, если возможно, о давлении на Афганистан с их стороны. Советский Союз согласился нам помочь. Наши войска на местах принялись за укрепление обороны и проведение контратак против афганских сил. Несмотря на осложнения, мораль наших войск оставалась высокой. В ответ на наши военные успехи и операции в Индии, Великобритания начала значительное усиление своего военного присутствия в Индии. Это усиление приняло несколько ключевых форм. Во-первых, это авиационные силы. Одним из самых заметных шагов со стороны Великобритании было развертывание дополнительных авиационных сил. Были отправлены бомбардировщики и истребители, предназначенные для проведения воздушных ударов по нашим позициям и обеспечения воздушного превосходства над районами боевых действий. Эти самолеты могли наносить серьезный урон нашим войскам и снабжению, а также проводить разведку. Кроме того, Великобритания выделила дополнительные наземные войска, включая пехоту и артиллерийские подразделения. Эти войска были направлены на укрепление границы и предотвращение нашего дальнейшего продвижения в регионе. Наши войска в конце концов смогли
смогли перехватить инициативу в войне с Индией. Несмотря на первоначальное усиление британских сил в регионе, оказалось, что Индия не была полностью готова к столкновению такого масштаба. Одной из главных проблем для британских сил в Индии стала сложность логистики. Несмотря на хорошо развитую инфраструктуру, они столкнулись с трудностями в обеспечении своих войск всем необходимым на продолжительном фронте. Британские войска в Индии состояли из разнообразных подразделений, включая колониальные войска. Это привело к проблемам с единством командования и координацией действий. Кроме того, политическая нестабильность самой Индии сыграла нам на руку. В Индии росло недовольство британским правлением, что влияло на моральный дух войск и поддержку войны населения. Мы эффективно использовали эти слабости противника, развертывая свои силы для борьбы сначала с более мощными британскими войсками, а затем с индийскими дивизиями. Наши операции были хорошо координированы и направлены на максимально быстрое захватывание ключевых территорий и разрушение вражеской обороны. В то же самое время часть наших сил успешно оборонялась у границ с Афганистаном, сдерживая возможное наступление. При этом мы внимательно следили за ситуацией и были готовы к дальнейшим действиям в зависимости от обстановки. Май 1940 года стал временем важных военных достижений для нашей компании. Под натиском наших ССО пехотных бригад Бомбей был захвачен, что привело к капитуляции Индии. Этот успех знаменовал собой значительный перелом в войне и расширение, глобальное расширение нашей территории. Несмотря на усилия британских и индийских сил, они не смогли сдержать нашего наступления. Капитуляция Индии стала важным стратегическим моральным усилением для наших войск и дополнительно укрепила нашу позицию в регионе. Почти одновременно совместные усилия наших и советских сил привели к падению Афганистана. Это было достигнуто благодаря хорошо координированным атакам и эффективному использованию наших военных ресурсов. После капитуляции Индии мы начали огромную фильтрационную операцию на захваченную территорию. Целью этой операции было обеспечение безопасности, устранение всяких элементов сопротивления и интеграция территории в нашу административную структуру. Это включало в себя развертывание обширных сил безопасности, проведение проверок и установление контроля над ключевыми общественными и государственными учреждениями. Эти действия были направлены на предотвращение возможных восстаний и беспорядков. Мы также начали внедрять административные и социальные реформы для обеспечения стабильности и развития новых территорий. Последствия войны оставили свой отпечаток на нашей стране. Мы потеряли множество хороших солдат и офицеров, но враг понес еще большие потери. Понимая важность инноваций и прогресса в военном деле, я принял решение о создании школы авиации и начале разработки собственных шаблонов авиации. Школа авиации стала важным шагом в укреплении нашего военного потенциала. Мы начали обучение летчиков и технических специалистов, стремясь создать квалифицированный и эффективный авиационный состав. Важность авиации в современной войне была очевидна. Разработка собственных шаблонов авиации включала создание новых типов самолетов, от истребителей до морских бомбардировщиков. Наши инженеры и дизайнеры работали над созданием машин, способных конкурировать с лучшими образцами того времени. Мы также фокусировались на улучшении авиационного вооружения и оборудования. Следующей нашей целью будет Китай. Но перед тем, как начать новый этап нашей кампании против Китая, мы анализировали его трансформацию с 1936 года. Китай того времени был ослаблен внутренними конфликтами и разделением, что делало его уязвимым. Однако к 1941 году ситуация кардинально изменилась. Китай смог преодолеть свои внутренние кризисы, объединив различные военные и политические группировки под одним центральным правительством. Укрепление центральной власти способствовало стабильности и усилению страны. Китай активно развивал свою экономику, сосредоточившись на промышленном развитии и модернизации. Это обеспечило увеличение производства вооружения и военной техники. Вооруженные силы Китая значительно усилились, как с точки зрения численности, так и с точки зрения качества оборудования и обучения. Китайские войска были готовы к серьезному сопротивлению. Осознавая эти изменения, мы начали подготовку к конфликту с усиленным Китаем. Новые пехотные бригады были сформированы и оборудованы современным оружием. Мы также проводили улучшение вооружения в старых дивизиях, повышая их боевую готовность. Наша тактика в этом конфликте будет схожа с тактикой Первой мировой войны. Осторожное наступление по всему фронту, делая ставку на наши опытные и крещенные в боях дивизии. Время подвести промежуточные итоги. На протяжении нашей кампании наша нация достигла впечатляющих успехов, которые заслуживают отдельного внимания. Особое место в нашей победе занимает генерал Хэ Се Хиндже, чье военное мастерство и стратегический ум сыграли ключевую роль в наших операциях. Хэ Се Хиндже был не только мастером атаки и снабжения, но и обладал гениальным умом военной стратегии. Его роль в кампаниях, начиная от Синьцзяня и заканчивая Индией, была неоценима. Его способности к мобильной войне и эффективному использованию ресурсов помогли нам одержать ряд ключевых побед. Он был известен своей способностью быстро адаптироваться к меняющим обстоятельствам и превосходить вражеские стратегии. В это время столица Монголии также претерпела значительные улучшения. Благодаря экономическому росту, усиленному в результате наших военных успехов и расширения территории, столица была модернизирована и расширена. Новые строительные проекты, улучшение инфраструктуры и усиление промышленности привлекли множество новых жителей, включая специалистов,
рабочих и их семьи. Эти перемены способствовали не только экономическому, но и культурному росту. Монголия стала центром притяжения для людей, ищущих новые возможности и лучшую жизнь. В столице появились новые учебные заведения, культурные центры и предприятия, что сделало ее настоящим сердцем нашей расширяющейся империи. Конечно, все эти достижения были тесно связаны с нашими военными успехами. Каждая победа на фронте способствовала укреплению нашей экономики и развитию общества. Наша страна преобразилась, став более мощной и влиятельной на международной арене. Ближе к зиме 1940 года мы начали свое наступление на Китай, страну, которая оказалась лучше подготовленной к войне, чем мы ожидали. К нашему удивлению, Китай получил значительную поддержку от Соединенных Штатов Америки, которые, как выяснилось, незаметно поставляли ему оружие, готовя к встрече с нашими войсками. Наше наступление на Китай характеризовалось переменным успехом. Мы столкнулись с упорным сопротивлением китайских войск, которые были хорошо вооружены и подготовлены к обороне. Бои велись переменным успехом. С нашей стороны были как успешные прорывы, так и моменты, когда нам приходилось отступать и перегруппироваться. Война с Китаем оказалась одной из самых кровопролитных и сложных в нашей новейшей истории. Бои шли с неимоверной жестокостью, и в определенный момент мы столкнулись с серьезной проблемой. Начало не хватать винтовок собственного производства. Это вынудило нас временно остановить наше наступление и переосмыслить нашу стратегию. Нехватка вооружения оказала значительное влияние на наши военные действия, и мы были вынуждены приостановить активные боевые операции и искать способы решения проблемы снабжения. В этот момент наш генерал Хэсэн Хиндже предложил новый план по захвату Китая. Новый план нашего великого генерала состоял из нескольких пунктов. Фокус на ключевых территориях. Вместо попыток захватить все территории Китая, план предусматривал сосредоточение усилий на ключевых стратегических областях, включая важные промышленные центры и транспортные узлы. Укрепление обороны и перегруппировка. В то же время предполагалось укрепить наши собственные оборонительные позиции и провести перегруппировку войск, чтобы быть готовыми к контратакам противника. И в конце концов, необходимо было улучшить логистику и снабжение наших войск, включая поиск альтернативных источников вооружения и оборудования. После принятия этого плана мы начали интенсивную подготовку к его реализации. Это требовало времени и ресурсов. Наш новый план оказался успешным, и мы добились значительных успехов в войне с Китаем. После интенсивных боевых действий мы смогли захватить ключевые города Китая, которые были жизненно важны для его экономики и инфраструктуры. Среди захваченных городов были Пекин, Шанхай, Вухан, центры промышленности, торговли и культуры страны. После победы над Китаем наше внимание переместилось на Юго-Восточную Азию. Мы начали кампанию против Сиама и французского Таиланда, стратегически важных регионов, богатых ресурсами. Наша цель была не только расширить территорию Монголии, но и обеспечить доступ к важным ресурсам, таким как резина и другим сырьевым материалам. Наши войска быстро продвигались через эти регионы, встречая относительно слабое сопротивление. Мы успешно захватили ключевые территории, включая Сингапур, что значительно увеличило наши ресурсы и стратегические возможности. Эти новые территории были интегрированы в состав Монголии, укрепляя нашу позицию в регионе. С захватом этих новых регионов и доступом к необходимым ресурсам мы начали производство первых самолетов собственного монгольского производства. Это стало значительным шагом в развитии нашей авиационной индустрии и усилении нашей военной мощи. После серии успехов на материковой части Азии, наша следующая стратегическая цель была направлена на Японию, страну, разделенную гражданской войной на две противоборствующие фракции – демократы и фашисты. Без собственного флота мы были вынуждены прибегнуть к альтернативным методам для осуществления этого смелого плана. Использование ВДВ. Отсутствие военно-морского флота заставило нас задействовать наши воздушно-десантные войска ВДВ для быстрых и решительных ударов по ключевым японским территориям. Это требовало точной координации и очень-очень сложной логистики. Но мы были уверены, что наше ССО справится с такой задачей. Наша новосозданная авиация также играла ключевую роль в этом плане. Мы планировали использовать наши новые истребители для поддержки десантных операций и нанесения ударов по важным стратегическим объектам. В преддверии этой операции мы проводили интенсивную подготовку и сбор войск. Это включало тренировки, наращивание военных запасов и разработку детальных планов атаки. Мы также активно изучали японскую территорию, чтобы определить наиболее уязвимые места для нашего вторжения. Эта подготовительная фаза была наполнена ожиданием. Большим ожиданием. Мы осознавали, что вторжение в Японию будет не только сложной военной задачей, но и символом нашего военного и стратегического превосходства в Азии. Наш триумф в Азии. Наша армия, укрепленная предыдущими успехами и новыми технологиями, была готова к последнему триумфу в этом регионе. Война с Японией началась с масштабных воздушных сражений за господство в небе. Наша новосозданная авиация, оснащенная самолетами Монгол С-1, сразу же показала свою эффективность и превосходство. Самолеты Монгол С-1 были новым достижением монгольского авиастроения. Они отличались хорошей маневренностью, прочностью и мощным вооружением. Наши истребители быстро зарекомендовали себя в воздушных боях, сбивая вражеские самолеты один за другим. Их эффективность в бою была удивительной, и это стало настоящим триумфом для нашей
нашей авиационной промышленности. Наши летчики, хоть и не были прекрасно обучены и хорошо подготовлены, демонстрировали выдающиеся навыки в воздухе. Каждое воздушное сражение укрепляло наше превосходство в воздухе, что было критически важно для поддержки наших наземных операций. Мы эффективно ограничили способности японской авиации наносить удары по нашим позициям и снабжению. После обеспечения воздушного превосходства наши воздушно-десантные войска ВДВ под командованием нашего лучшего генерала начали операцию по захвату Японии. Их первоочередной целью стало закрепление плацдарма возле Хиросимы. Наши ССО успешно десантировались в регионе Хиросимы и быстро закрепились на плацдарме. Благодаря поддержке авиации нам удалось занять важный порт возле Хиросимы, что позволило привести основные силы на острова Японии. Один из ключевых моментов операции был связан с преодолением обороны японского флота. Используя наше воздушное превосходство и элемент неожиданности, нам удалось миновать флот нашего врага и доставить наши силы на японские острова, избегая значительных столкновений на море. С успешным закреплением нашего присутствия на японских островах началась третья фаза операции. Она включала расширение контролируемых нами территорий, организацию линий снабжения и подготовку к более масштабным наземным операциям против японских войск. Наше вторжение в Японию казалось удивительно менее сложным, чем ожидалось. Войска Японии, казалось, смирились со своей участью, и их сопротивление было слабым и неорганизованным. Причины слабого сопротивления Японии – внутренние конфликты. Япония испытывала серьезные внутренние проблемы из-за гражданской войны. Это подорвало единство и эффективность ее военных сил. Также у них был экономический упадок и недостаток ресурса. Наши войска быстро захватили ключевые города Японии, включая Токио, Осаку, Нагоя и Йокогаму. Эти города были важными центрами управления, промышленности и культуры. Их падение означало эффективное разрушение японского сопротивления. После захвата основных островов, наши войска продолжили операцию по зачистке остаточных малых островов, таких как Хоккайдо, Кюсю и Шикоку. Эти операции были направлены на полное подавление любого сопротивления и укрепление нашего контроля над всей страной. В конечном итоге Япония была вынуждена капитулировать. Это был важный момент нашей истории, так как теперь вся Азия, за исключением нескольких маленьких стран, находилась под нашим контролем. Мы совершили поистине невероятное, объединили огромный регион под своим влиянием. Но вот и подходит к концу наша первая глава. После завершения наших военных кампаний, Монголия преобразовалась в одну из самых сильных держав мира. Это возрождение обусловлено рядом ключевых факторов. Во-первых, Монголия значительно увеличила свои территории, включив в себе стратегически важные и ресурсно богатые регионы. Это расширение не только укрепило наше геополитическое положение, но и обеспечило доступ к новым ресурсам и рынкам. Военная мощь. Благодаря нашим успехам в военных кампаниях, Монголия развила мощные и хорошо обученные вооруженные силы. Наша армия, оснащенная современным вооружением и подкрепленная собственной авиацией, стала значительной силой в регионе. Экономический рост, культурное и политическое влияние, инновации и развитие. В этой главе Монголия у нас превратилась из периферийного государства в мощную и влиятельную державу. Это был период быстрого роста и изменений, который положил основу для дальнейшего процветания и развития страны. После успешного утверждения своего влияния в Азии, наш следующий шаг был направлен на Европу, где обстановка была напряженной и изменчивой. Третий рейх пал под натиском демократических сил, а Советский Союз оказался в сложном положении, сражаясь на множество фронтов. В этой обстановке мы приняли решение отправить наши войска и авиацию для поддержки Советского Союза. Наша цель была не только помочь союзнику, но и расширить наше влияние в Европе. Наши вооруженные силы, уже опытные в ведении масштабных операций, быстро адаптировались к новым условиям Европейского театра военных действий. Наша авиация, показавшая свою эффективность в Азии, стала ключевым фактором в поддержке наземных операций. Мы фокусировались на проведении быстрых и решительных маневров, направленных на ослабление противников Советского Союза и установление контроля над стратегически важными городами, пунктами снабжения, территориями. Важной частью нашей стратегии было также укрепление обороны наших союзников и создание наконец-таки устойчивых позиций в регионе. В итоге вмешательство Монголии в европейский конфликт привело к значительным изменениям в балансе сил. Наше присутствие не только помогло Советскому Союзу, но и также усилило нашу позицию как значимого игрока на европейском континенте. После успешного вмешательства в Европе, наша стратегия дальнейших военных действий включала расширение фронта и отправку экспедиционных корпусов в такие страны, как Ирак, Иран и Советский Союз. Это было частью нашего плана укрепить позиции в регионе и оказать поддержку союзникам. Мы расширили наш фронт через всю Европу, даже достигнув Турции. Наша цель была проста – распространить влияние и идеологию на всю Европу. Мы были настроены на то, чтобы превратить континент в единый красный блок, создавая прочный фундамент для дальнейших глобальных амбиций. Отправка наших экспедиционных корпусов в Ирак, Иран и СССР была важной частью нашей стратегии. Эти силы помогли стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и поддержать Советский Союз, который был давним и ключевым нашим союзником. Это также позволило нам укрепить наши позиции и расширить сферу влияния на эти страны.
Основное направление нашей атаки было сосредоточено на Западной Европе. Наша цель была создать единый фронт от востока до запада, преодолевая сопротивление демократических стран. К нашему удивлению и радости, возник конфликт между Великобританией и Соединенными Штатами Америки, что значительно упростило нашу задачу. Разногласия между этими двумя крупными демократическими державами привели к их внутренним противоречиям и ослабили их позиции, что мы использовали в своих интересах. Они теперь воевали друг с другом. К концу 1943 года наша военная машина достигла Германии, и мы начали готовиться к следующему этапу нашей европейской кампании. Наша цель была ясна – захватить Нидерланды, Бельгию и Люксембург, чтобы ослабить позиции Соединенных Штатов в Европе и нанести удар по нашему старому врагу – Франции. Дабы достичь наших целей, мы решили обойти знаменитую линию Мажена. Этот стратегический ход позволил нам избежать прямого столкновения с сильно укрепленными французскими позициями и сосредоточиться на более уязвимых целях. В феврале 1944 года наши войска успешно вошли в Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Операции по захвату этих стран были проведены с удивительной скоростью и эффективностью. Наши силы встретили ограниченное сопротивление, что позволило нам быстро закрепиться на захваченных территориях. После успешного захвата Бенилюкса, наш следующий шаг был направлен на Францию. Французские равнины оказались идеальным местом для демонстрации мощи наших монгольских войск, особенно при поддержке нашей штурмовой авиации. Франция была оккупирована очень быстро. Наши войска эффективно использовали преимущества местности, демонстрируя высокую мобильность и боевую эффективность на равнинах. Поддержка нашей авиации играла ключевую роль, позволяя нам эффективно разрушать вражеские позиции и нарушать линии снабжения. Летом 1944 года наша военная кампания достигла новых высот с падением Португалии и Швейцарии. Эти страны, хоть и имели различные географические и военные особенности, не смогли сдержать наш коммунистический общий натиск. Швейцария, несмотря на свое горное укрепление, была быстро охвачена нашими войсками. После этих побед большая часть Европы, за исключением Скандинавии, стала коммунистической. Это был важный момент в истории нашей страны и всего региона. Мы не только расширили свою зону влияния, но и распространили нашу идеологию по всему континенту. Время отомщения Великобритании настало. Мы подготовили всю нашу авиацию и запустили дополнительное производство истребителей и штурмовиков, целью которых было повторить успех, достигнутый в войне с Японией. Но Великобритания, обладающая самой многочисленной авиацией в мире, оказалась крепким орешком. С июня по декабрь 1944 года наши самолеты вели беспрерывные воздушные бои над Англией. Наша авиация, состоящая из истребителей и штурмовиков последнего поколения, показала себя в этих сражениях с лучшей стороны. Истребители Монгол С-2. Эти истребители были оснащены усовершенствованными двигателями и улучшенным вооружением, включая мощные пушки и улучшенные системы прицеливания. Их маневренность и скорость сделали их смертельным оружием в воздушных боях. Штурмовики Монгол Б-1 были спроектированы для нанесения точных ударов по наземным и морским целям. Они оснащались бомбами, торпедами, ракетами и тяжелыми пулеметами, что делало их идеальными для поддержки наземных операций и атак на вражеские корабли. Наша тактика и качество самолетов дали нам значительное преимущество в воздушных сражениях. На каждые 10 сбитых наших самолетов приходилось 100 сбитых вражеских. Эта успешная статистика свидетельствовала о нашем превосходстве в воздухе. Воздушные бои над Англией стали одной из самых захватывающих и важных частей нашей кампании за контроль над Европой. Мы были на шаг ближе к достижению нашей цели – заставить Великобританию капитулировать и распространить наше влияние на весь чертов континент. Наша авиационная кампания против Британии достигла своего апогея в марте 1945 года. После месяцев интенсивных воздушных сражений вражеская авиация была практически уничтожена и не могла больше оказывать существенного сопротивления. 20 марта 1945 года наши воздушно-десантные войска совершили дерзкий маневр, высадившись возле Лондона. Это был решающий момент нашей военной кампании против Великобритании. Операция была хорошо спланирована и мастерски выполнена, что позволило нам быстро закрепиться на захваченной территории. Высадка возле Лондона ознаменовала конец для Великобритании как независимого государства. Наши войска встретили минимальное сопротивление, так как британская армия была уже сильно ослаблена нашими предыдущими операциями. Захват столицы оказался последним ударом, который положил конец британскому сопротивлению. С падением Великобритании наша европейская кампания фактически завершилась. Мы добились необычайного успеха, подчинив себе почти весь континент. Наша стратегия, сочетающая авиационное превосходство и эффективное использование воздушно-десантных сил, оказалась ключом к победе. Ну что же, теперь можно сказать, что началась новая эра для Монголии.
На мирной конференции в Берлине, которая стала кульминацией нашей кампании, Монголия утвердила свой статус как одной из самых ведущих мировых держав. Результаты конференции превзошли все ожидания. Монголия получила контроль над значительными территориями в Африке, открывая новые возможности для экономического и политического влияния. Создание марионеточных государств в Европе, включая Германию, Польшу и Португалию, укрепило наше влияние в Европе. Но самым значительным достижением стало превращение Великобритании в марионетку Монголии, что знаменовало окончательное падение и позор одной из крупнейших империй мира. Этот исторический момент закрепил Монголию как новую великую державу. Наша страна демонстрировала не только военную мощь, но и политическую силу и стратегическую проницательность. С увеличением территории и ресурсов Монголия переживает период экономического процветания, развития промышленности, технологий и культуры привлекает внимание всего мира. Монголия теперь играет ключевую роль в мировой политике, определяя ход многих международных событий и влияя на глобальный баланс сил. И вот, друзья, наша сага за Монголию в Hearts of Iron 4 подходит к концу. Монголия теперь доминирует на мировой арене, и мы по-любому оставили свой след в этой истории. Не забывайте подписаться на канал, дабы не пропустить наши будущие видеоролики. Также подписывайся на мой канал в Телеграме, где я буду делиться эксклюзивным контентом и обновлениями. Если вам понравились шаблоны дивизии авиации из этого ролика, загляните на мою страницу на Boosty. Там вы найдете все эти материалы. Подписка там действительно выгодная. Кстати, как вам новый контент? Как вам данное повествование? Монголия в наших руках оказалась настоящей супердержавой. Не забудьте оставить свой комментарий под видео, мне очень интересно ваше мнение. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока-пока.